зовут Елена Соловей, я являюсь директором компании «Белэкспадент». Приглашаем всех участников выставки на наш замечательный стенд, на котором вы сможете посмотреть новинки товаров, которые мы представляем на территории Республики Беларусь, а также принять участие в наших лекционных мероприятиях и мастер-классах. На территории нашей страны мы представляем более 13 брендов европейского качества. И, конечно же, это оборудование медицинское, которое наиболее востребовано на территории нашей страны. И хочется выделить на сегодняшний день именно оборудование для использования в медицине, для стерилизации инструментов, потому что это наиболее актуальное оборудование. На сегодняшний день у нас на стенде представлено две торговые марки. Это автоклавы серии Евронда, производства итальянского, и автоклавы-стерилизаторы, самые современные, класса Б, производитель тут Наур Израиль. Они очень широко используются на территории нашей страны. У кого еще такого автоклава нет, приходите к нам. Очень интересный материал, такой как керамическая масса, которая изготавливается для красоты, для того, чтобы все наши жители нашей страны имели красивые голливудские улыбки. Это керамические массы, они различные бывают и различные представлены в нашей стране. Мы представляем керамическую массу Наритаки, производство этой массы в Японии. Она не так давно представлена на нашем рынке, но все больше и больше вызывает интерес у зубных техников и врачей. Колтейн Швейцария – это очень интересная инновационная программа компаниры. Это виниры для восстановления и реставрации фронтальных зубов. Это новейшие композитные материалы. И будет у нас работать доктор из Москвы, который имеет большой опыт в этом, имеет свою клинику. И приглашаем всех на мастер-класс. Такие выставки необходимы для того, чтобы все врачи узнали больше о новинках, которые появляются на территории Республики Беларусь, применяются для совершенствования собственных навыков, для того, чтобы оказывать более современную стоматологическую помощь населению Республики Беларусь. Международный стоматологический форум в Минске с 17 по 19 октября. Специализированная выставка и конгресс «Стоматология Беларуси». Выставочный центр. Проспект Победителей, 14.